Всем привет! Сейчас я играю в игру «Первое свидание». Вот у нас такой экран, нажимаем play. Play. И еще раз play. Игра началась. Вот мы видим такую девушку с не очень чистым лицом. Для начала необходимо очистить. Подсказка указывает, какое средство необходимо наносить первым. Спонжиком наносим очищающий гель. Так, с носом у нас проблемы. И с подбородком. Вот. Необходимо четко попасть в ту зону. Так, теперь смываем. Берем такой пульверизатор. Больше похож на духи, конечно, но вот такой очищающий. Кисточка, маску. И наносим вот эту зеленую смесь на лицо. Щеки, подбородок. И нос. Да, нос лучше начинать от основания. Опять смываем. Берем точечный крем. И уже конкретно на каждый участочек, на каждый прыщичек наносим и удаляем. Отлично. Теперь огурчики на лицо накладываем. Да, такой весенний салатик. Лимончик на глаза. Да, это что-то новое. Теперь паровая баня. И самое приятное, это пощипать бровки. Удаляем. Необходимо каждую бровку кликнуть, чтобы удалить ненужную. Да, остались еще вот проблемные участки. Все, брови красивые. С очисткой закончили, нажимаем Next. Продолжаем. Выбираем прическу. Блондинка, брюнетка. Что вам больше нравится? Ну вот, наверное, вот такие короткие волосы будут. Можно кликнуть на платье. Выбрать кофточку. Низ не виден, поэтому только верх выбираем. Макияж. Для этого можно вот выбрать тут палитру теней. Какие голубые, желтые. Ну, выберем такие нейтральные. Пудра. Тут уже на ваш вкус, как вам больше нравится. Сиреневые щеки, либо розовые, что вы выберете, не знаю. Ресницы. У нас такие smokey eyes получились. Глаза под цвет кофты подбираем. Да, не наоборот. Именно в таком порядке. Губы. Украшения. Ну, как вам тут больше понравится? На ваш вкус. Не знаю, все в одном цвете у нас получилось. Линзы выбрали. А, брови можно еще выбрать. Вот, ну вот, как-то так.